уже не заходят трехочковые броски. И здесь уже фол Хайнцу. Ну, много было фолов на Кайле. Он постоянно находится в борьбе и не может это быть улицей с односторонним движением. Так. Да, очень хорошо арбитры доводят мяч до хряпа. Есть у него хорошая ситуация для броска. Вот момент интересный. Николатес настолько нацелен на передачу, даже в падении он пытался отдать результативную. Четвертый фол у Кайла. И он тоже вынужден площадку покинуть.